Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Наше Подмосковье». Еще одним лауреатом из Орехово-Зуево стал Ильдар Измайлов, председатель местной татарской национально-культурной автономии. Коренной житель, беспокоящийся за любимый город, его красоту и благоустройство, следуя девизу «Ответственность, стремление, результат», старается воплотить в жизнь свою мечту, о которой узнала наш корреспондент Татьяна Найдюк. У председателя местной татарской национально-культурной автономии Орехово-Зуевского района Ильдара Измайлова идея социального проекта «Сквер юбилейный», возле находящейся в городе мечети, появилась уже давно. Осуществлять проект Измайлов с помощниками начал летом 2013 года согласно программе приоритетов развития Подмосковья губернатора Московской области Воробьева, а именно в части развития парков и скверов. Здесь была территория, заброшенная территория. Заросшие дикие растущие кустарники, деревьями, ну, свалкой мусора. Вот это сейчас, вы видите, территория вся расчищена. Вот осенью мы посадили аллею, липовую аллею. Это выпускники 10-й школы, выпускной класс. Вот в 15-м году класс, который выпускается, вот памятная аллея липовая. В дальнейшем эта территория будет засажена тоже, ну, липнут, ну, благородными деревьями, так сказать. На схеме планировки сквер выглядит так. Здесь планируется поставить детские площадки, зоны для занятия паркуром, хоккейную коробку в зимний период, теннисный корт летом, дорожки со скамейками, освещение, клумбы и многое другое. Наверное, в России таких примеров, наверное, нет. И с учетом того, что есть в Орехово-Зуево, на улице Володарского, вот рядом с храмом, да, рядом с храмом территория, парковая территория, где люди свободно приходят и проводят свое время. Вот аналогом такого же будет и как бы рядом с территорией мечети. Вот такая парковая зона. Наша съемочная группа наблюдала за проведением работ с первых дней. На данный момент в сквере произведена заливка катка. Этой зимой каждый желающий сможет хорошо провести здесь время. Я надеюсь, что будет хороший лед, будем вместе кататься. Веселиться. И мы здесь никакого как бы ограничения не делаем, кто будет приходить. Все, кто желает прийти. И, конечно, условия, может быть, где-то будут лучше, но мы в дальнейшем будем развиваться. Полностью благоустроить сквер планируется к 2017 году, когда городской округ Орехово-Зуево отметит свое столетие. Отсюда и название сквера «Юбилейный».